Всем привет! С вами Прия. Сегодня откроем закрытые сундучки, проникнем в них и пролутаем что-нибудь интересное. Я уверен, будет что-то реально классное, полезное и реально нужное. То, что мне нужно на войну, список такой маленький. Тринкет нужен, колечко, что-нибудь такое. По итогу это всего лишь ноги, которые повышают вероятность избегания от хосты. Полезно. Может быть, надо будет чекнуть весь список этих караптов. Да и глянуть вообще, имеет ли это место быть. Намонка, нужно лутать какую-нибудь двуручку, нужно лутать колечко, нужно лутать тринкет. На ДК нужно лутать гетику, конечно же. Если падает гетику, то целый год, я вам даю слово, будет ноль негативных слов в сторону вообще чего-либо и кого-либо. Сегодня момент истины. Либо падает гетику, либо я нисколечки не меняю свой принцип ведения каких-либо действий. Окей, сундучок на Монка, колечко. Ух ты, в итоге это пушка. Полезная ли? Третий ритуал. Из-за того, что weapon damage больше, да ее можно и очистить, в принципе. Все это не проблема, 66 порчи, это как бы многовато для монаха. Да, скорее всего, я просто очищу эту пушечку. Она прикольная даже по своей модельке, кстати. Очищу и надену. Да, окей, это апгрейд. Неужто? Идем на ДК. Я надеюсь, там тоже упадет двуручка. Но это будет не бревно. И это будет не иссеченный рассекатель акул. Я на это надеюсь. Забавный факт. У рассекателя акул такая же моделька, как и у Гетику. Но люди, которые видят эту иконку, думают, что у меня гетику, по итогу это не так. Окей. На самом-то деле, даже если сегодня не упадет гетику, сегодня вечером, ночью будет РТ в гильдии. То есть мы обычно в среду идем, чистим первого босса, убиваем панцирь, убиваем самого ласта. И есть, конечно, вариант пролутать час опустошения. Я очищу его и наложу туда 12 хосты. Но просто для галочки нужен гетику. Нет, это не гетику. Ха, всего лишь запястья. Кстати, неплохие запястья. Довольно-таки. Можно их очистить, и может быть они будут лучше, чем мои. А если их еще просокить, вообще сказка может быть. Модификаторы текущей недели. Усиливающий, упрямый, укрепленный. Тройное У. Ха, окей, хорошо. Думаю, вы прекрасно уже знаете, как со всеми модификаторами справляться. Усиливающий просто нужно равномерно мобцов ковырять, упрямый. Агро танки накапливают поменьше, то есть какие-нибудь роги, ханты, монахи танки будут актуальны. Но касательно укрепленного, что сказать, мобцы, да, усилены по ХП и атаке, ну и нормально в целом. Шлем, окей, плюс пыль. А, это не гетику, пушка упала не на того персона, которого хотелось бы. Какая-то такая себе неделя, не очень-то хорошо она начинается. Ну, может быть, сегодняшний вечер все исправит. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки, не забывайте про ссылочки в описании, не забывайте про совместные рейдики. До скорого!